Я доктор Кудряшов, и сегодня мы поговорим с вами о спорте для здоровья. И не только поговорим, но и покажу вам те упражнения, которые помогут вам сохранить ваше физическое и психическое здоровье. Наша задача – не сделать из вас олимпийских чемпионов, а научить заниматься спортом для здоровья. Для этого, на самом деле, нужно не так уж и много. Нужно ваше тело, какой-нибудь банальный коврик, если мы говорим о упражнениях на полу, и боевой настрой, ваша энергетика. И даже если у вас есть какие-то сомнения, есть какие-то тревожные мысли, заели проблемы на работе, стрессы, просто начните действовать, и разум подстроится. И физическая активность в этом обязательно поможет. Сегодня я покажу вам антистресс-упражнения. Чем они нам будут полезны? Для развития стрессоустойчивости, для повышения роста нашей продуктивности и для того, чтобы профилактировать психологические проблемы. Мы разводим наши руки и стараемся максимально сильно себя обнять. Вот таким вот образом. Разводим и обнимаем. Разводим и обнимаем. Действуем в своем ритме, спокойно. И так на протяжении 30 секунд. Ноги у нас на ширине плеч. В руках воображаемые палки. Да, и мы начинаем двигаться, как будто бы мы идем на лыжах. Пружинищими, спокойными движениями. Представляем, как мы идем по заснеженной тропе. Думаем о чем-нибудь приятном, хорошем. И так действуем на протяжении 30 секунд. Пятки приподнимаем, да, вот как на лыжах идут люди. Мы поднимаем наши руки и начинаем ими изо всех сил трясти. Прямо изо всех сил. Максимально так, как мы хотим, чтобы наш стресс ушел. Потом останавливаемся и чувствуем, как мурашки идут по нашему телу, до самой головы доходят, перезагружают наш мозг, и мы успокаиваемся. Мы встаем максимально широко, в присед. Дальше ручки сводим перед собой. И дышим. Дышим, вдыхаем носом, выдыхаем ртом и разводим руки. То есть максимально помогаем нашей грудной клетке раскрыться. И так делаем на протяжении 30 секунд. Делайте эти упражнения несколько раз в день, и тогда вы точно будете стрессоустойчивыми, адаптивными и работоспособными.